Куда мы приезжаем? Мы не едем за мясом, мы едем отдохнуть с друзьями. Кстати, первый раз вижу такое здесь. Кормилец наш. И вот еще один наш кормилец. Сделали подранк, кабан прошел метров 300. Следующие года все встречались, вспоминали. Мы говорим, а помнишь так? Это снимем для истории. Стрельбу окончим. Хорош, вы то слышали? Да. О чем речь? И снова здравствуйте. Сейчас мы находимся в горах Карачаево-Черкесии. Мы приехали снова на охоту, поохотимся на медведя и на кабана. Если даст Бог, все будет. Если получится, все заснимем, все покажем. Будем отдыхать, Владу день рождения, будем тусить конкретно. Так что приятного всем просмотра. Снова кони, снова те же. Один там будет очень красивый, должен быть соловый или как-то так, масть. Нет, тут какой-то красивый был. Вот он. Не, его нету. А, вот он, не, вот, смотри, сейчас вот он. Вот, нет, вот этот. Вот, смотри, он смотрит даже, посмотри. И снова кони. И корова. Вот тоже красивый. Спирит. А вот это что за красавчик? А вон красавчик. Это и местная порода. А это ростовская порода смотрит в окно. Это на Льюс. Браунинг. Ой, Льюс. Льюс это... Как? Чип, блин, пули все. Да, полный. 54 патрона. А года какие, ну, это? Это 27-го года. 27-го? Да, пулемет 27-го года. Ну и это выполнение. Да. А всегда же во время войны все он был найден на Умпырском перевале. На Умпырском перевале. Так, а в чем он был? А вот так или валялись они, 10 штук. Полные патроны. Там, нет, ну то есть не фрицев пароли. Ну, на земле лежал? На земле, в земле не лежал. На скале. Пароли. Так а что он не сгнил? А что он загнил? Ну это латунь. Патроны же. Нет. Ребята, диски так. Там барабан. Это металл. А металл хороший. Ты видишь, даже за 80 лет не прогнил. И плюс... Еще. Значит, я и говорю, плюс, ребята, сама гильза. Говорю, а медь. Где пулемет? А ты видишь, там надо было спускаться. Вот на пулю скинуть металла поэкономили. Да, потому раз что они не использовали. Она уже более покорежена, уже ее коррозия поела. То есть, это более алюминиевая, да, или нержавейка. Нержавейка. Это что-то такое, да. Но ногти не порть. Вот. И, ну, в общем, и подожди секунду, ты видишь, смотри, патрон в каждую выемку становится. Ну, это вот ручка предусмотрена, американские, да? Патроны. Какие-то. Именно здесь выемка. Так, а здесь тут пружина как-то же, да? Да, пружина, конечно. Да, стоит. Ну, думали, белое, да. Белое солнце пустыни, да. Вот, а я, мне повезло, щит. Стреляли, я пришел. Щит на пулемет нашел, на Максим. Стоит, и пули Максимка. И штык нож хороший. Ладно, Алексей, а с этим, с грузином? С грузином. Все решено, что? Будет торжественное захоронение в Орджоникидзе. В Карском перевале их положили сразу около 80 человек. Вот ложка, видишь, и вот фамилия. Угу. Грузин, да? Грузин, да. А уже нашли, где живет, что родственников нашли. Вот пилотка, блядь, зимою в пилотке, обмотки, видишь, блядь. Это вы все нашли, да? Да, собрали все. А нашлись родственники? Да, родственники. Они не берут, будем хоронить тут. А, ну, где уже земля его приняла, там и... Значит, битва за Кавказ. Его же приняли здесь где-то святые духи. Его нашли в леднике на южно-каракайском леднике Марусский перевал. Сколько отсюда км? Километров 120, наверное. 140. Там ледники. Но хоронят всех в поселок Орджоникидзе, там стоит блиндаж и вечный огонь. Всех, кого находят на перевалах,
хоронят именно там. В городе Услави привезли книги. Они даже не сюда были прийти, да? Все, кому интересно закопать, книги будут у меня здесь, у писателя. Конечно, интересно. Я говорю, давай 10 книг мне сюда, кинь вторую и третью книгу. Если будете читать, читается на одном дыхании. Прекрасно. Там все. За эти все дневники эсэсовцев, немцев, которые в горные егеря. А их дневники, как они писали в архиве, так они и произведены. Без изменений книг. То есть достоверно все. У нас есть тоже один писарчок, «История моряка» называется. Тоже неплохо. А есть записки моряка еще. А, записку за моряка, точно. Записку моряка. А зачем вы моряка из-за такое место? Ну, потому что у них это единственное место, когда они в морфлоте могут свой якорь иногда подергать. То есть это они так развлекаются, конечно. Да они так развлекаются. Вот всегда едут, чтобы домой приехать и все свою вот как бы... энергию, счастье, радость отдать любимой жене, там, ну, семье, можно сказать. Слушай, ну сразу поэтому, поэтому я могу с полной ответственностью сказать, я хотел бы быть моряком, но Юлька никогда не грустит, потому что у них вот так вот. Да, у меня нету столько сил, да, столько сил, чтобы опровергать эту качку, качка. И вышу и океан, приходи ко мне, морячка. Я любовь тебе отдам. Да, поэтому он всегда дома отдает любовь. Молодец, Юрок. Так, ну все, готовка начинается у нас. Погнали. Все размещаемся. Погнали. Рома тут мешко укладывает вообще. Запах уже четкий вообще. Лично маринованное. Лично вчера вечером.
Да, да, они сейчас прямо на меня. Ну и в 5 метрах они, лани, стояли. И дождь шумит в саду бушующем, такой, что в нем с тобой не видно нас. Хватит, хватит, вот, вот так, да, да, да. Нашли мы. Давай, давай, дай, дай, дай. Давай, давай. Да-да, я. Не надо. Держи, держи, держи. О, пресс, держи. А ну, держи, держи, это, держи его. Держи, ну, недалеко ушел, да? Да, нормально. Слава Богу. Да. Я отвел, давай. Пикачок представил. Вот я. Да? Давай обдирать, блядь. Убил уж, что такая. Надо посмотреть, с какой стороны дырка. Если с этой стороны, я... С правой стороны дырка. Роман, право. Хороший вообще. Право. А? Сейчас, сейчас, все. Правая сторона бита. Все, право я стрелял. Не, ну посмотрите, там дырка будет у меня там дырка, а не вот это стрелять. Давай, давай, давай. Взять, 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 взять. Давай, давай, давай. Блядь, вот, вот, где? Где? Жопа, где? Где жопа? Сука, наглядь, еле ж... Не по ней ее здоровье, не поставил. Можешь это, на такую охотиться можно. А ну давай с карабиной, пистолет. Не пробьет, блядь. Я ни копейки не дал. Естественно, в смысле, просто там же Бабаев, она же после первой... Небольшой тут водопадик есть. Ну как небольшой? Нормальный. Высокий. Кстати, первый раз вижу такое здесь. Такая у нас поляна. Вон Коля стоит, собак выгуливает. Сейчас подъедем и проверим оружие. Я поставил на сайгу коллиматор, еще не проверял, поэтому надо проверить, как оно все. Сюда на открытие мы приезжали, ночевали здесь, на берегу Лабы. Вот так моя сейчас балалайка выглядит, мой рабочий кормилец наш. Да не, нормально, нормально. И вот еще один наш кормилец. Установил коллиматорный прицел полосан. Я его прибил, но надо проверить, как он работает, не надо работает. Сейчас проверим, по камням постреляем. Выстрел четкий, прямо туда, куда и хотел. Сейчас еще на дальней дистанции попробую. Дистанция там будет где-то около 100-120 Стрельбу окончил. Коллиматор исправен, все вообще четко работает. На разные дистанции прострелял. Винтовка исправна. Можно работать по зверю. Еще раз повторяюсь. Для всех прекрасных мужчин, которые здесь собрались, еще подъедут, всем здравия в первую очередь. Чтобы у нас было всегда понимание с полуслова, чтобы мы долго не разговаривали. А у вас рюмочка правильно? Пацаны, чтобы каждому под ствол... Рюмочка правильно? Рюмка правильно. Чтобы под ствол каждому вышел зверь.
куда мы приезжаем? Мы не едем за мясом, мы едем отдохнуть с друзьями и пожелать каждому, чтобы был успех, удовольствие, где мы походим, насладимся, приедем в семью с хорошим настроением и также получим удовольствие. Поэтому еще раз, всем здравия, благополучия, Новый год наступает, старый уходит. Поэтому давайте в этом году, чтобы у нас все такие замечательные вещи остались в памяти, чтобы мы в следующие года все встречались и вспоминали, и мы говорим, а помнишь так? Поэтому это будет прекрасно, когда мы будем многие десятилетия быть вместе и напоминать каждому о прекрасных моментах, когда мы были вместе. За нас! За Николая Ивановича выпить! Ура! Красава! Деньги в ура! Ура! Давай, ура! Давай троекратное ура! Троекратное ура! 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 Я говорю, нас приютили на Калинке. Прекрасно, говорю. Не дешево, но середина. По-другому никак. Поэтому спасибо все равно, как говорится, этому дому. Завтра пойдем к другому. Так что, давайте, парни, приехали. С приездом все хорошо. Юра, где твои девушки? Которые Света и Оля. А, в бане остались. Просто ты будешь, да? Мне понравилось. Рыжая вот это понравилось. Давай, другой раз бери их опять. Вот тебе тоже? Ну все, давай. Так что, а вот засними вот эти голубки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Шепчутся. Хорош, вы то слышали? Да. О чем речь? О голубках. На ковре... Из желтых листьев платьице простой испадает на ветра гребли шина, танцевал у ворота осенний пастух охинал теплый день и хрипло пел саксофон. Все округи приходили к нам, и со всех окрестных крыш слетались птицы, танцовщицы золотой захлопав крыльями. Как давно мы не бухали вдвоем. Мы не бухали вдвоем. Как часто не вижу я сон. Все, ну не надо. Ну поехали, потом поем. Уже нагрелось. Да. Ты записал, мне кажется, то, что не нужно. Тост затянулся. Небольшое препятствие. Ночью ураган был. Дерево. Это снимем для истории. Да не отцепляй, так пускай едет. Все, сделали мы сегодня один вагон. Медведя не было. Сейчас будем спускаться, возвращаемся на базу. Охота у нас состоялась.
вчера. Кабан вышел между Ромой и Лехой, труселями. Вдвоем они стреляли. Сделали подранки, кабан прошел метров 300 и лег. Тем не менее, зверь добыт. Охота состоялась. Счастливы, довольны. Такие дела, ребята. Погода просто шикарная. Даже если чуть попрохладнее было, было бы еще лучше. Так тяжело. Хотите то, что завтра? Чара вообще умничка. Ектерьер Колин. Работает с голосом. Просто умница. Кадр я заснял. Конечно, ланюки вышли. Сначала вышли на меня три штуки, на Игоря три штуки, потом на Сани три штуки, ну они же, и потом на меня. Ну, я думаю, это все заснял там на GoPro. Думаю, кадры шикарные будут. Всем пока. Кому? Юра. Юра забирает. Кому? Леха. Леха. Кому? Кому? Самая легкая. Кому? Кому? А еще одна.